Говорят, первое, что должен передать воспитанникам учитель музыки, это почтение и любовь к ней. Наталья Александровна это знает хорошо. Она сама выросла, что называется, с музыкой. Мама играла на гитаре, сестры на фортепиано. Впрочем, как и Наталья Александровна, потому и о выборе профессии долго не раздумывала. Поступила в Барабинское музыкальное училище, через 4 года вернулась в родное село, уже в качестве преподавателя. В нашей школе очень повезло, что у нас трудится такой замечательный человек и прекрасный, опытный педагог. Наталью Александровну я знаю еще с детских лет ее пребывания в нашей школе. Она была ученицей нашей школы, затем выпускницей. И сейчас она очень опытный педагог. И за ней тянется такой большой шлейф ее выпускников. Шлейф длиною в 33 года и в ней один десяток выпускников. Индивидуально, 2 раза в неделю по 45 минут Наталья Александровна уделяет особое внимание каждому ученику. Сегодня у нашей героини 13 пианистов. Передать все свои знания и умения, не изучив внутренний мир ребенка, невозможно, признается педагог. Как тебе приходят совсем маленькие, совсем неопытные детки, им по 6, по 7 лет. И работая на протяжении 7 лет, ты выращиваешь из них замечательных таких великолепных девушек уже, приобщаешь их к игре на инструменте, формируешь у них музыкальный вкус, вот, прививаешь любовь к музыке, вот, формируешь их внутренний мир, формируешь вкус вообще к жизни, в общем, не только к музыке. Вот. И я хочу сказать, что без талантных детей, как мне кажется, абсолютно нет. Чтобы стать хорошим музыкантом, одного таланта мало. Необходимо много работать. Все воспитанники Натальи Александровны – лауреаты и дипломанты районных и областных фестивалей и конкурсов. Очень талантливые ребятки у меня. Это Трофимов Женя. Вот в 2015 году он стал дипломантом конкурса. Значит, очень талантливая девочка у меня, Костенко Алиса, в 2014 году она стала лауреатом 3-й степени. По признанию самих учеников, любой конкурс придает уверенности в себе, в своих силах, особенно когда рядом учитель, который всегда может поддержать, настроить, а порой и успокоить. Наталья Александровна, она, да, поддерживает. Она нам... как бы так вдохновляет нас на то, чтобы мы победили, то, чтобы мы все хорошо сыграли. Всегда подскажет, что надо делать, как надо сделать, исправит тебе, поможет во всем. На конкурсе всегда тревожно как-то. Гордится Наталья Александровна своими и бывшими учениками. К примеру, выпускница Марина Шамкина сегодня преподает уроки музыки в Канаде, а вот Елена Сандзюк обучает детей здесь. Вместе с Натальей Александровной трудится уже 8 лет. Она дала мне хорошую и крепкую музыкальную базу, которая помогла мне продолжить дальше обучение, вот именно в профессиональном плане. И я с уверенностью могу сказать, что именно благодаря своему первому учителю фортепиано Наталье Александровне я имею возможность заниматься своим любимым делом, и музыка стала моей профессией. Я этому очень рада. Ученики благодарны учителю, учитель ученикам. Ведь в каждом есть частичка Натальи Александровны. Сегодня с уверенностью можно сказать, детскому таланту есть где расти и развиваться, а музыке есть откуда брать начало. Елена Кинт, Андрей Ильдеров. Специально для проекта «Область в лицах».